От электронной книги до ремонта сельского ДК. Региональное отделение партии «Единая Россия» объявило марафон приема граждан по личным вопросам. Александр Романенко, секретарь регионального отделения партии, сегодня выслушал две просьбы от жителей Барнаула и представителей Залесовского района. Первый – юный исследователь, увлекающийся краеведением, 14-летний Валентин Олейников. Мальчик занимается в детском экологическом центре, и одна из основных тем его научных работ – голубеводство. Для большей продуктивности Валентину не хватает электронной книги. Его семья малообеспеченная, а приобрести современный гаджет не может. Александр Романенко пообещал, что мечта парня станет реальностью в ближайшее время. А вот представителям Залесовского района Алтайского края придется подождать. Люди просят, чтобы местный ДК включили в проект «Единой России» культура малой родины. Сейчас региональное отделение партии принимает заявки, а в феврале комиссия вынесет решение, какие районы получат средства на благоустройство домов культуры. В Залесовском уже подсчитали, что необходимо минимум 3 миллиона рублей. Крышу мы уже отремонтировали, да, хотим поменять окна, сделать туалетные комнаты, так как у нас... Нет. Это все находится на улице. А сам зрительный зал? Ну, мы бы хотели частично отремонтировать зрительный зал и поменять кресла. То есть, если заявка ваша уже в министерстве, будем отрабатывать, будем смотреть, ну, постараемся.